Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. В этой серии я буду делать масляные точки. Лак полуматовый подсох. Тоже дал ему просохнуть около суток. Ну а теперь приступаю к нанесению масляных точек. Масляные точки буду делать масляными красками Sonnet. Цвета выбрал белый, красный и коричневый. Начну с башни. Покажу на башне, как я растушевываю. На светло-серый можно побольше белого добавить. На красно-коричневый добавлю побольше красного, чтобы немного выровнять оттенки к натуральному цвету. Посмотрим, что получится. Также масляные точки добавят модели более матового оттенка. Хоть я и нанес полуматовый лак, но все равно под освещением модель очень сильно блестит. Маленькими точками наносим. Если вдруг нанесем много, это не страшно. White Spirit все растушует. Подписчики, если нельзя найти тикурилу, чем можно заменить? Заменить можно в любом художественном магазине. Можно купить разбавитель фирменный. Он на основе White Spirit, только очищенный, без запаха. Или в модельном магазине можно купить средство Zip Maquette White Spirit. Он тоже без запаха, очищенный, не вонючий. А если будете использовать простой с хозмагов, то хочу предупредить, у него очень сильный запах. Очень воняет, что принесет и вам неудобства, и вашим родным. Поэтому лучше походить, лишний раз поискать, но купить не агрессивный, с приятным запахом. Thank you.
закончил башню. Пусть теперь просохнет. И начну делать корпус. Корпус буду делать только белым и коричневым точками. Корпус буду делать белыми и коричневыми точками. Думаю, этого будет достаточно. Получится, конечно, подубитый танк. Но если подумать, что как он эксплуатировался, вполне вероятно, что в конце биатлона он уже таким и был. Нанес точки на корпус, сверху тоже втираю круговыми движениями, а уже на бортах сверху вниз. Thank you.
нанес масляные точки, White Spirit подсыхает, сразу уже становится заметна матовость на модели, где еще не подсох, немного блестит. Вот так уже не тот блеск, что был раньше. Ну, теперь даю высохнуть не менее суток White Spirit'у с масляными точками. И после этого уже нанесу матовый лак. И на матовый лак буду делать запыление. Ну, это уже будет в следующей серии. А на этом буду заканчивать. Я надеюсь, процесс был понятен. И хорошо было видно, что сверху мы растираем круговыми движениями, а на бортах и на боках сверху вниз, снизу вверх. Все, друзья, спасибо. Спасибо за комментарии, спасибо, что смотрите, спасибо, что оцениваете. Всех благ вам и вашим близким. До новых встреч!